12 марта в Курске открылись 8-е научно-образовательные знаменские чтения. Крупнейший форум в Курской области и регионах Центрального Черноземья. Популярность чтения растет, увеличивается число участников и гостей. В этом убедилась наш корреспондент Ирина Шашкова. Поэтом можешь ты не быть, но христианином быть обязан. Таков девиз 8-х научно-образовательных знаменских чтений. Проблемы и вопросы, которые стоят, они у нас многие довольно успешно, с Божьей помощью, разрешаются. Потому что, слава Богу, здесь у нас в области сложилось доброе, я хочу об этом свидетельствовать, с удовлетворением, доброе сотрудничество церкви, нашей епархии, с властями. Открытое общение. Чтение полезно как для представителей духовенства, так и для светских организаций. Знаменские чтения служат замечательную службу взаимного сближения, ознакомления, сотрудничества, содружества, как духовенства столичного из окрестных губернских городов, так и представителей научной мысли, в первую очередь, педагогов. Задача церкви – воспитать подрастающее поколение нравственным. Важно передать молодежи духовное богатство наших предков. Знаменские чтения – удобная площадка для обмена опытом. Интересно послушать доклады. Приезжают такие знаменитые люди, вот как отец Артемий приехал к нам. Таких людей мы можем увидеть только раз в год, это только на чтениях. Вот. А также интересно посмотреть на учителей, которые ведут православную культуру. Все-таки мы же тоже будущие учителя. Чтения будут проходить 4 дня. Заключительное заседание пройдет 15 марта в Курской православной духовной семинарии. Ирина Шашкова, Антон Латышев, телеканал 7.